Можно я скажу? А тем не менее, вот вам, пожалуйста, нет, данные, что воруют у вас капитально. Вам, прежде всего, чистку самих нужно сделать. Воруют все. Нет, это доходы руководителей пенсионного фонда. Они виноваты, они не должны. Начинает говорить правду, как он начинает гнобить. Можно я скажу две минуты? Вы хотите предложений? Вот есть конкретные предложения. Во-первых, сократить содержание руководства пенсионного фонда. Вот, пожалуйста, это доходы руководителей пенсионного фонда в месяц. Читайте. Да я читала, я знаю. Так, второе предложение. Увеличить количество рабочих мест, развивать производство. Больше рабочих мест, больше зарплат, больше работающих, больше денег на пенсии. Ну, а как мы их увеличим? Третье предложение. Подождите, третье предложение. Увеличить зарплаты. Тогда взносы в пенсионный фонд тоже увеличатся. А теперь скажите мне, кто-нибудь здесь верит, что наше правительство пойдет на это? Инта, прямой пример. Тогда давайте все-таки, давайте наберемся смелости, посмотрим правде в глаза и скажем сами себе, что эксперимент по построению капитализма с человеческим лицом в России с треском провалился. Так? Лицо у капитализма одно, то, которое нарисовано на долларе, и то это какая-то зеленая морда. А к нам этот капитализм стоит жопой. Так? Ну и что? И вам еще предложение. Есть только один класс, который может изменить эту ситуацию. В руках этого класса все, начиная от производства хлеба и кончая задвижками газопроводов. Задвижки газопроводов открывает и закрывает не Сечин, это делает обычный работяга. И этот класс, который может изменить ситуацию, это рабочий класс. Какой вывод? Мы все должны объединиться вокруг рабочего класса. Кто пограмотнее, нужно объяснять людям их классовые интересы. Помогать им объединяться и бороться, чтобы они в конце концов сбросили этих паразитов с наших шеи. Этим вот, вот этим, именно этим занимается Рабочая партия России. Я в городе единственный член партии. Если у кого-то есть вопросы, я здесь, подходите, спрашивайте. А у меня все. Можно элементарно сделать, попросить отставку нашего правительства, нашего президента и СО. Больше нету. Это доходы пенсионного руководителей пенсионного фонда. Там миллионы в месяц. Ну, ребята не пришли, а я пришла. А я там и пенсионная. Ну вот расскажи. 80 лет, а я ничего не пенекаю.